Еще о здоровье. В Алматы началась дополнительная вакцинация против кори. Особенно часто болеют подростки. Чтобы снизить риски, с начала года прививки получили около 30 тысяч алматинцев. Тему продолжит Ажар Фатхулла. Сыпь на теле и высокая температура. Корь считается одним из опасных инфекционных заболеваний, которые передается воздушно-капельным путем. И сейчас это одна из самых главных причин смертности детей во всем мире. Врачи говорят, что в Казахстан инфекцию могли завести из-за рубежа. Учитывая нашу неблагоприятную эпидобстановку, то есть у нас стали регистрироваться случаи заболевания корью. Как правило, это люди, которые приехали откуда-то в нашу республику или в наш город. В ходе дополнительной иммунизации по республике против кори привито 66 067 человек от 15 до 19 лет. Повышенная заболеваемость наблюдается уже 2 года. За это время зарегистрировано 400 случаев. В основном они не были привиты. В данный момент у нас регистрируется заболевания как среди взрослых, как среди подростков, и единичные случаи стали встречаться уже среди детей. Поэтому я могу сказать и только одно, что мы прививаем всех, кого положено. В минувшем году в республике зарегистрирован 321 случай этой болезни, в Алматы 51. Для дополнительной иммунизации казахстанцев закуплена вакцина, которой хватит на 1 миллион человек. Ажар Фатхулла, Талап Сагымбаев, телеканал Алматы.